Нашим сьогоднішнім тренером буде кандидат у майстри спорту з жимолежачі Марія Тернова. Вітаємо тебе, Марія. Здрасте. Що ж таке взагалі зарядка і для чого вона потрібна? Бо дехто все ж таки, виявляється, не дуже хоче нею займатися і трошки лінується. Зарядка в першу чергу – це комплекс упражнений, які допомагають нам проснутися, сустави размять, мышцы подготовить к дальнейшей нашей деятельности в течение дня. Потому что мы можем головой проснуться с будильником, а тело еще во сне находиться. Поэтому так необходимо делать зарядку, чтобы чувствовать бодрость целый день. Але ж зарядка все ж таки відрізняється від спортивних навантажень, вона має бути трошки легшою. Конечно, она, потому что она направлена, соответственно, чтобы сделать тело максимально подготовить к нагрузке в течение дня. Мы не должны на ней уставать как-то или сбиваться дыхание. Мы должны делать это все в умеренном темпе и спокойно. С чего же мы распочинаем ранкову зарядку? Мы начинаем утреннюю зарядку в первую очередь с того, что готовим суставы наши. Разминаем сначала шею. Несколько делаем поворотов в стороны и вперед, назад. Повторим. Делаем это все медленно и очень осторожно, никуда не спешим. А чему самое повильно? Потому что шейные позвонки, они самые подвижные. Если одно движение мы можем сделать неправильно, то это будет очень плохо для нашей шеи и для всего организма. Нужно концентрироваться на всем внимание. Розім'яли нашу шию. Следующее у нас идут плечики. Мы делаем несколько вращательных движений вперед плечиками. Ось так. И потом назад. Ой. Відчуваю себе пташкою. Да-да-да. После чего надо размять нам локти. То же самое делаем движение, только локтями. Плечи у нас становятся стабильными и делаем только локтями. Несколько вперед вращений и несколько назад. Е! Теперь наши кисти разминаем, чтобы тоже пальчики проснулись и мы были готовы. Можно в разные стороны покрутить несколько раз. В принципе, все готово. Плечики у нас готовы. Теперь мы переходим к нашему тазобедренному суставу. Для этого мы поднимаем ножку в колени и делаем отвод ноги в сторону и делаем вращательные движения. Повторите, дорогие телеглядачи, я подивлюсь. Если тяжело держать равновесие, то можно сделать один круг и поставить ножку назад. Сделали в одну сторону и делаем теперь в другую сторону. То же самое повторяем со второй ногой. А скільки ось таких підходів, обертів необхідно зробити зранку? 3-4 достаточно, до 5 дойти. Главное нам размять суставы, чтобы мы почувствовали. После чего разминаем коленки. Отводим таз назад, кладем ручки на коленки и делаем вращательные движения коленками. В одну сторону. И в другую сторону. После чего остается только голеностопы размять. То, что мы помним со школы, это вращательное движение в голеностопе. Так и я смогу сделать. В одну сторону и в другую. После чего меняем ножку. Меняем. Теперь наши суставы готовы. Осталось подготовить наши мышцы. Для этого мы их немножко потянемся вверх, вытянем позвоночник. Так как мы залежали, можно понаклоняться в стороны. Только так, чтобы у нас таз был на месте, не шатаемся. Вот. Теперь растягиваем ручки, трицепсы, отводим ручку назад и вытягиваем трицепсы. После чего можно потянуть бицепсы. Отвернулись и тянем назад. Чувствуем, как у нас все растягивается, плечики стоят на и месте. И хрустить! Да-да-да, потому что можно... Кто-то не делает зарядку. Так, теперь разминаем туловище. Делаем поворот в сторону влево и вправо. Влево и вправо. Поделали. Теперь делаем, растягиваем наш тазобедренный сустав и ноги. Ставим широкий выпад. Ставим коленку так, чтобы она у нас шла за стопой, а натянутую ножку носочек тянем на себя. Спинку держим прямую, коленку отводим в сторону. Раскрываем тазобедренный сустав. Маш, але одразу, с первого раза, не кожен может таке сделать. Ставим, насколько нам позволяет наша растяжка. Если у вас растяжка позволяет только так, то же самое. Просто будет амплитуда намного меньше. Намного больше, точнее. Поделали несколько пеперкатиков с ножки на ножку. Вот. После чего переходим в глубокий выпад, растягиваем прямую мышцу ноги. Ставим ножку так, сгибаем так, чтобы коленка у нас была на середине стопы. И тянем только таз вниз, никаких наклонов спины вперед не должно быть. Только таз вниз, коленка задняя прямая, можно сделать несколько пружиночек. После чего можно поменять ножку.
Делаем это все умеренно, спокойно, дышим свободно. Не должно быть никакого напряжения. Я бачу, наскільки плавно ти все це робиш. Досить так плавно, повільно. Дійсно розумієш, що тіло готується до бадьорості, да, але не перевантажується. Зовсім ні. После того, как у нас уже готовы мышцы, у нас готовы суставы, мы можем приступить к комплексу нескольких упражнений. Это могут быть первые приседания. Делаем 10 раз. Ставим ножки на ширине плеч или чуть шире. Носочки можно развернуть и отводим таз назад. Следим так, чтобы коленки не выходили у нас за носочки. Спинку держим прямо, сели и на выдохе встали. Делаем это все плавно, умеренно. Смотрим перед собой. Чтобы не терять равновесие, можно ручки вытянуть вперед. Вот. Раз, два. Чувствуем свое тело, контролируем каждое движение. После того, как мы сделали таких 10 приседаний, можно поделать выпады. Выпады можно делать как назад, точно так же, и вперед. Главное условие того, чтобы коленка у нас была на середине стопы всегда. Не выходила вперед за носочек и не к носочку. И точно так же, как мы делали глубокий выпад на растяжке, мы тянем таз вниз, опускаем до коленка, чтобы коснулось пола. И на выдохе поднимаемся. Меняем ножку. Девочки могут делать выпады назад, мальчики могут делать еще и выпады вперед. Тож у нас зарядка абсолютно для усіх статей, можуть і чоловіки, і жінки повторювати, конечно, і все це комфортно і зручно. Звісно. Потім можна зробити комплекс, в комплекс додати віджимання. Якщо дівчатки не вміють віджиматися від пола, це не біда. Можна навчитися віджиматися просто з висоти, чуть вище. Можна взяти подоконник, тумбочку, шкафчик, що-небудь, від чого, вплоть до стіни. Тобто легко. Можно отжиматься от стены, от пола. Если вам утро не позволяет, можно, конечно, взять и от пола. Главное условие, когда мы становимся в упор лежа, мы должны стоять ровно, абсолютно ровная планочка. И на вдохе мы опустились и поднялись на выдохе. Главное, чтобы у нас локти шли вдоль туловища и планочка сохранялась в течение всего движения. Никаких изгибов попы назад или вперед не было. Машунь, хотілося б дізнатися, як завершувати зарядку, коли зробив ось такі вправи, як необхідно підготувати тіло до того, що вже все, зарядка завершилася, переходимо до наступного етапу. Після цього можна, звісно, як комплекс ми закінчили, діяти якихось упражнень, можна точно так же закінчити це все розтяжка. Тільки розтяжка має бути вже направлена на успокоєння, без динамічних, статичних движень, розтягуємо мишці, розтягуємо все, щоб було все у нас добре. Дякую тобі велике. Хотілося б ще у тебе дізнатися одне невеличке питання на останок. Взагалі, твій заряд бадьорості. Як ти прокидаєшся зранку, щоб бути на позитиві і у гарному настрої? Коли мені не треба спішити на роботу або в університет, то я йду на стадіон і бігаю на стадіоні, виконую комплекс Табата. Об этом можна везде в інтернеті прочитати, що це таке. Воно допомагає мені проснутися і точно так же чувствовать себе бодрим в течение дня. Ось так, дізналися поради, як відчувати себе бадьоро, дізналися поради, як правильно робити зарядку зранку від кандидата у майстри спорту з жиму лежачі Марії Тернової.